Всем доброе утро, ребят. Причем у нас сегодня день халявы опять наступил. Сейчас посмотрим, или на всех серверах. На английском-то точно. Дают халявные плюхи. Ну, такие себе, но все равно халявные. Поэтому, кто не заходит в игру часто, не забудьте забрать их. Вот такие вот 50 мешков с осколками, но это не простые осколки, это такие, знаете, топовые мешочки, где можно получить осколки на драконов, Вольта, дракона, Арктику, плюс 500 самов, это за логин, то есть за вход один раз на аккаунт, вот так вот. Так, что у нас интересного на английском есть? Discount Store, что тут у нас, 100 500, такое себе. Так, опять бег за самое и рвение, ну, в принципе, тоже неплохо. Так, хорошо, минус 40%. Так, что еще интересного есть? 100% бонус. Новые паки сейчас посмотрим. Покер. Как обычно, в общем. Так, хорошо. Что у нас тут есть? О, неплохо, смотрите. 5 эмблемок. Восьмых. Замедление. Вот, кстати, замедление. Корка. Так, за десятку. Можно сразу пол алтаря прокачать на 10 скилл и 200 молотков, хорошо. За 20-ку. Так, а вот новый пак, 400 питомцев. О, кстати, надо сейчас будет докачать. О, 2000 начали продавать и за найм. Ничего себе, 2000 уже перешли на новый уровень. В общем, еще дешевле они стали. Вот так вот. Такие вот скидки. Так, тут у нас опять питомцев дают. Тут шанс собрать половинку где-то охника. СО. Тоже неплохой пак. Осмо упал в цене. СО 1500. Ну, такое себе. Но большой не очень сегодня. Ну, в общем, неплохо. Так, сейчас пойдем на другие сервера, сразу посмотрим, что там. Так, и сегодня есть найм. Ну, 10 дают всего. 30 космо, 30 этого. Ровненько, десятку. Хотя в цене они ж намного дешевле. Могли бы уже и уравнять давным-давно. Но что-то они этого не делают, как ни странно. Так, надо будет сегодня разыграть еженедельку прошлую. Ну, вот видите, как пятерки падают на этом сервере. И, кстати, довольно-таки часто падают. Я не знаю, но на русском сервере, похоже, пятерки за смену идут. Такс. Куча сумок я открыть до сих пор не могу. И еще хотел посмотреть питомца. Почти 35-й, почти максимальный уже будет. Интересно, что у нас на русском сервере приготовили. Тоже есть подарок за вход. Отлично. Хоть здесь
Так, магазин скидок есть. 12 за 5. Там за 10. 10 штук дают. Минус 60% скидка. Ну, ни о чем. Честно скажу. Вообще. Так, а ну что тут есть у нас? Вот смотрите, карты. Кому нафиг эти пропуска нужны? Ладно, там вот эти вот. Дашка. Милость пророка еще и брав. Ну, этот милость борца. Остальное все такое шлак. Жесть, короче. Ну, радует то, что есть под, за вход подарок. Так, набор труда. Халява на 1 мая, походу. Так, ну, тоже, в принципе, неплохо. Рогатка. Некрос. Ну, некрос таких денег стоит. Это жесть. Ну, за копейки уже дают. Камешки тоже. Сравнивать ни о чем. Так, рулетка удачи есть. Не цели прикольно. Ну-ка, рулетка удачи посмотрим. Вот тоже ни о чем. Так, окей. Ну, СП-шки хотя бы получим. Понятно, что героев вы не соберете максимум, но все равно будет неплохо. Так, что у нас на китайке тоже дали? Сапчики. Еще вчера дали, походу. Набор. Так, что у нас тут есть? Ну, такое себе. По большим плюшкам тоже, кстати. Ну, английский сервер, как обычно, депилует на самые дешевые, скажем так, самые выгодные играть это на английском андроиде на сегодня. Донат. Если брать сочетание доната и количество плюх, AS получается в 2 раза дороже. Ну, плюс-минус, там свои нюансы есть. Ну, смысла это, ну, это тот, кто на андроиде играет. Играет там, кто на айфонах, кто играет там. Так, ну что тут есть, Коля? В общем, такие вот дела, ребятушки. О, не выспался я еще. Хорошо выходные проходят. Надо чем побольше спать. Набираться силушки. Так, ну этой акции у нас нету, проход. Тут каких-то кучу плюх дают. 30, 50, 520, 100. Это какой-то мегабонус. Непонятный. Это походу за покупку большого пака. Сейчас я посмотрю еще разок. Хотя нет. А может и да. 5-6. Ну не вижу самоцвета. 200-500 это какие-то награды дают. Непонятно за что, в общем. Вот такие вот дела, ребят. Всех с праздником. 1 мая. Погода дождливая. Хрен что пожаришь. Самое главное, что получили халяву в Castle Clash. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите видосы уже с розыгрышами. Всем удачи, всем пока.